Всем привет, друзья! Вы на канале Покатушки, меня зовут Мик, мою жену зовут Таня и нашего сына зовут Элай. Но если вы этого еще не знаете, значит вы только что к нам присоединились. А значит вы присоединились ко влогу молодой семьи, которую записывают свои обычные будни о том, как они растят ребенка, как они занимаются своей жизнью, как они друг друга любят. Они, я говорю о нас в третьем лице. Друзья, мы стараемся донести до вас полезные вещи в плане эмоциональном, в плане отношения мужчины и женщины. И если у нас это хоть чуть-чуть получается, то мы уже не зря снимаем это видео. Ну а теперь погнали к тому, что вы все так долго ждете. Ко влогу, естественно, там все самое интересное и натуральное, не то, что я здесь сейчас записываю. Погнали! Посмотрите, какой он космонавт! Это кто здесь, когда не космонавт? Это ты космонавт. Ты космонавт, да? Это ты космонавт. А мама кто? Мама космонавта? Давайте уже одеваться и выходить. Сейчас мы собираемся поехать на дачу, потому что там зимняя сказка. Пойдет? О, господи, какой у меня сладкий сын, вы не представляете, как круто иметь сына. Зай, сына, давай все, собираемся. Мой заяц, вон он сидит, расслабленный. Ох, я за вами. Пока, заяц, пока, кисулик. Ну, а я тем временем заехал в магазин за вот этими прекрасными персидскими коврами. Они мне нужны для того, чтобы в подвале у меня было уютно. Не то чтобы я живу в подвале, но я провожу там некоторое время иногда, когда играю на барабанах. И, кстати, завтра я попробую свои силы в новой группе, меня ребята позвали. Музыка довольно жестковата, но если мы сойдемся во вкусах и вообще мы друг другу понравимся, то, может быть, и сыграемся. Поэтому сегодня я должен порепетировать, но перед этим постелить эти ковры, расставить барабаны. Таня с Лаем уже на даче. Сейчас я приеду. Мы снова воссоединимся, как семья. И будем счастливы. Что же тут еще сказать? Жизнь прекрасна. Вообще сегодня прекрасное настроение. Видимо, потому что я сегодня практически не работал. Занимался всякими покупочками, вот ковров купил, MacBook новый купил, так между прочим. Ну, на самом деле, я продал старый 15-дюймовый свой, и купил новый, ну, 13-дюймовый, чтобы он был компактнее. В общем, приеду домой, сейчас расскажу, что к чему. Она скажет, вон ты. То есть, как ты? Вон ты. Кто такой? Будем вон так ходить, скажи, скоро. Папкиных. Папкины вон ты. Да. Устал? Че, попка тяжелая? Попка тяжелая? Тяжелая попочка у тебя, да? Тяжело поднимать? Тяжело? Ой. А мне уже тоже тяжело. Ой. Че? Можно пару комментариев? Да, только не О, смотри. У тебя рваная это, дырка между ног. Наша песня есть просто такая. Какая? Рваные джинсы. А, джинсы порезаны лет. А у меня колготки. Порезаны. Ладно, я пошел в подвал. Всем пока. Буду всех показывать. Не, вообще, Андрей, если поможешь, будешь молодцом. Чего, по барабане? Не, ковры расстелись. Что здесь делаешь? Пришел тут помогать.
Ну, собственно, вот он. MacBook Pro. Обалдеть, даже не вскрывает. Угу. Стой. Это всегда ответственный момент. Ну, кстати, да, может быть, не положили. Нужен нож. Язычок есть. Одинокий же. Мир. Мне кажется, чуть с экрана. Ну ладно, пусть это защитная пленка. Ну да. Все собрались. А вот с утра обычно с ребенком гуляет папа. Дедушка. Ну где? Где пропал? Привет, заяц. И такой, как рыбка. Открывает рот. Ну, привет. Ой, какой у нас красивый сын. Привет. Это старый сиблет. О, да, такой шрам на глазу. Знаете, почему у нас сегодня все на полу? Что? Для того, чтобы ребенку класть на пол, нужно теплый пол. Вот мы вас послушали и поставили теплый пол. Теперь лайчик у нас на теплом полу, базик у нас на теплом полу, маечка. Ну, почти сейчас придет и ляжет, я уверен. Ладно. Только ежик перегрелся. Он наблюдает сверху. Чтоб, если что, подскочить вовремя. Мы в тропиках, мы на Гавайях. Мысли. Майка, кстати, у нас такая мускулистая девчонка. Подтянутая. Поэтому с ней Базиль не связь. Она ему один раз треснет, и все. Разговор закончен. А ежик лупит, бедно. Лапы такие, когти, да? Опасная женщина. Когти у нее как это. Ну, ты задница бесхвостая. Че ты там? Все здесь. Тусовка. Котов. Стоит задница. Прижался. Делай рекламу, как объединяет теплый пол семью. Все в одном месте. Кучу. Кстати. Даже кого не хотим видеть, все равно в кучу. Да, мой зайчик. По поводу рекламы, друзья, вы все прекрасно знаете, ну, кто, по крайней мере, за нами следит, магазин Мармелад Шоу. Так вот, теперь вы еще можете получить наш кэшбэк. Пришли, сделали покупку и получили кэшбэк. Как это сделать, сейчас расскажу. Так вот, друзья, хотим порекомендовать вам сервис Marty Sale. Это сервис умных покупок с реально высокими ставками по кэшбэку. Все уже знают, что такое кэшбэк и как им пользоваться. Если вы не знаете, то скорее переходите, чтобы быть в теме. Потому что большинство популярных магазинов уже присутствуют на этой платформе. И даже магазин Marmelade Show тоже уже там. Более миллиона довольных покупателей уже на сервисе присутствуют. И вы будете в числе их, я уверен. Потому что классная штука и полезная, самое главное. Прикол в том, что практически отсутствует минимальная сумма для снятия, и можно выводить хоть на карту, хоть на электронные платежи, хоть можешь мобильник себе пополнить. Короче, тема классная, давайте переходите по ссылке в описании. Smarty Sale, сервис реально умных покупок. Гуся, 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 сейчас с тобой сядем, а Гуся. Вот он наш акробат, ждет. Ой, что-то животик разболелся, животик разнылся. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда уже прикорм ведем? Когда вы меня кормить начнете? У меня желудочек совсем справится. Да? Сын. А прикорм мы будем вводить в феврале. Вот Новый год пройдет. Или на Новый год? А, на Новый год прям будем. Селедка под шубой, да? Мини-мангальчик тебе поставим. Подпевай, Зай.
Ну, подпевай. Как это у меня? Давай, ты подпеваешь, я Давай играю. Смотрит. Да прям. Давай, пой, я аккомпанировать буду. Чё, конечно. Ты же группу хотел создавать. И что, вот прям сейчас я буду... Да, сейчас это решается. Да, конечно. Дай блять. Сюда. Не хочу. Давай. Ну, а сегодня мы собираемся на концерт. Ну, правда, вот этот человек еще не достиг возраста 16 плюс лет, поэтому мы поедем вдвоем с Таней на концерт Animal Jazz. Кто любит Animal Jazz, ставьте лайк. Ну, а сегодня мы будем слушать их вживую. Да, сын, вырастешь, я тебе расскажу, что такое Animal Jazz и как даже прыгать на танцполе. Ой, не могу, вы не представляете, какой у меня вкусный сын. Главное, терпит. Другой бы уже сказал, иди ты, па, уже быстрее. На концерт. Иди, дайте, есть невидимки? Ну что, возьмешь его? Ну ладно. Сегодня у нас Таня опять не накрашена. Ну хватит, да, каждый день об этом говорить. Ну, потому что каждый день так и происходит. Вот крабик есть маленький. Я вот будешь так говорить, я всем в интернете расскажу. Ну-ка. А что? Какой ты бываешь вне экрана. Я бываю очень противный. Здесь такая одна. Лучше со мной не связываться вне экрана. Она это, на том. Серьезно. Да нет. Ладно. И сына целую только на камеру. Потом, когда камера выключается, я его просто выкидываю и все. К бабушке на руки. Да. Да. А вот они, эти руки. Берите руки. Все, пошли одеваться. Пошли одеваться. Сыночек, попочка моя сладкая. Не возьмем Таню с собой, сейчас одни уедем. Блин, а еще здесь следы моего преступления. Надо их выкинуть назад. Так вот, как я и сказал, мы едем на концерт Animal Jazz. И давайте я вам немножко расскажу про эту группу и про то, чем она является для меня. Потому что мое знакомство с ней произошло очень давно. Наверное, в те самые золотые годы, где верховенствовал рок и панк и все прочее. Верни мой 2007. И тогда вышли их самые, я думаю, самые сильные пластинки. В том числе и «Шаг вдов», десятилетие, которое отмечается сегодня, в этом году точнее. Но, тем не менее, начиная как раз с 2010 года, наверное, я уже немножко охладел в группе. И в том плане, что и подрос, немножко ребята начали повторяться. И многое выражается как раз в том, что вот в прошлом году был записан акустический альбом с многими песнями из альбома «Шаг вдох». Вот сейчас довольно сильно форсируется десятилетие отмечания десятилетия альбома «Шаг вдох». И все, видимо, потому что это, наверное, были лучшие песни, которые тогда вызывали много эмоций. И... Ну и сейчас группа довольно широко известна и является таким столпом уже в российской рок-культуре. Без нее никуда. У ребят по-прежнему клевые песни. Но, как я и сказал, лично я уже охладил. И, наверное... Вот этот сегодняшний день, это последний раз, наверное, подчеркну, может быть, сына на них когда-нибудь свожу, если они к этому времени будут существовать. Сам я, наверное, больше на концерты не пойду. Вот, потому что, ну, немножко изжила себя моя любовь к ребятам, вот такая сильная и беззабвенная. Но, тем не менее, она живет глубоко в сердце. Animal Jazz.
Пойдем. Итак, мы добрались до стадиума. И что-то я прям не ожидал. Вы прямо сегодня реально юбилей. Это что, оттуда люди стоят? Охереть. Мне кажется, здесь даже в VIP будет очередь. Пойдем вон на переход. Короче, ну, собрали ребята в зал, походу. По-моему, билетов больше, чем мест в зале. Вот добрались. Привет. Привет. У тебя свободно? Я свободна. А здесь свободно? Мне на самом деле место интересует, а нет. Ну ладно, я пошла к другому. На самом деле, ребят, смотрите, хороший вид. Ну нет, вид не очень хороший. Вид на голову. Слепым людям вообще не очень. А так ничего. Мы как будто на конференции. Приятно носить вещи, которые ты будешь носить с удовольствием. Так, надо свет. Я считаю, что это круто. Единственный минус, на камере нету синхронизации. Ну, непонятно, что ты снимаешь. Кому что видно, но кажется, сейчас что-то начнется. И, кстати, Андроник приехал. Но ничего не видно, я отвечаю, наверное. Хотя услышьте у нее, меня. У нее лучше здесь это. Таня и мой хороший друг
Зовут его Василий. Вай, Вась, пойдем сюда. Иди сюда, Вась. Только что... Кстати, мы... Я вот сегодня всех звал на Animal Jazz. Говорю, приходите, кто хочет. Приходите, никто не пришел. Пришел только Вася. Вася красавчик. Вася, мы с этим чуваком играли в кавер-группе. И собираемся еще играть. Между прочим, кто не знает, а не знает никто, что у Васи... У нас разница в месяц, родился ребенок. У него родилась девочка сначала, потом у нас родился Элай. И Вася у нас тоже ведет влог. Причем, который я не веду. Да ведет, он начнет. С футболом. Конечно, футбольный дневник тренера по футболу. Дневник тренера по футболу. Так что, кто хочет своих детей отдать на футбол, он, во-первых, расскажет вам о том, что этого делать не нужно. Не нужно. А во-вторых, я расскажу, почему футболист самая высокооплачиваемая профессия в России. И вот почему это делать нужно. Короче, я оставлю ссылочку под нашим блогом в описании. Перейдите к Васе, подпишитесь на канал. Они реально классная семья. Ну, понравится, останьтесь с ними. Не понравится, напишите, что вам стоит вообще. Правильно? Короче, хотя бы зайдите и напишите пару полезных комментариев. И все будет круто. Спартак чемпион. А вообще-то Animal Jazz болеет за Зенит. За бомжей говорят, да? За бомжей. А остальные за мясо. А я раньше тоже, когда в Питере жила, Зенит болела. Да идите вы уже. Короче, все. На этом концерт Animal Jazz закончен. Мы возвращаемся домой. И не забывайте, что были на канале Покатушки. А дверь мне открыть. А ты мне что дверь открываешь? Пойдем, открою. Ой, смотри, сколько там денег лежит на сиденье. Это мне, это все мне. Помой себя просто сейчас.